Всем привет, с вами Спектр Эрик. Началась зима. Сегодня первое число. Ну, вы это уже увидите второго, тем не менее. До выхода PS5 версии Ведьмака 3 остается всего 2 недели. И пока это время не вышло, давайте погрузимся в зимнюю сказку. А какая зимняя сказка без Гарри Поттера? Правда, в нашем случае это будет Лего Гарри Поттер. Пойдемте крушить детальки Лего. Потому что мы можем это сделать. Так, но мы начинаем с первого года, конечно же. Настройки есть вообще? Ага, это просто управление. Блин, а что так громко? По-моему, тише не стало. В целом, ладно. Так, начинаем новую игру. Как минимум просто потому, что других у нас нет. Конечно же, все начинается с Тисовой аллеи. Как все стремительно происходит. Дырявый котел. О, мы наконец можем походить. Так, давайте еще раз все-таки глянем опции. Громкость.
Яркости. Я понимаю, настроек языка тут нету, ну да ладно. Всякое барахло мы можем собирать. Извините. Волшебство. Хе-хе. Прикол. Это сейчас неожиданный поворот был. О, нифига, что это такое мы сделали? А, это мы взяли чашки, развесили. Прикол. Нет, Гарри, у тебя нет магии. Хорошо, а как туда? О, я знаю, как туда. Давай-ка так. Вот, Гарри, вот что ты с этого стула слез? Объясни мне. А, эта штука не поднимается? О, а самого Гарри мы тоже поднимать не умеем. Ну-ка, я почти допрыгнул. Блин, эта фигня опять сложилась. Уйди. Опа. Мы достали герб Хогвартса. Не знаю зачем он, но окей. Блин, так прикольно, можно перепрыгивать между двумя персонажами для разгадывания всяких головоломок. Наверное, в такое и вдвоем играть веселее. Нормально. Так, ну тут, наверное, все. Давайте двигаться дальше. Блин, потеряли монетки. Ну так вот эти же ножницы. О. Хе. Они нам скидывают жизнь, но вроде как бы у нас нет какой-то острой потребности. О, Квирилл, привет. Паука в котел надо. А, ну вот он пишет, что ну теперь мороженка нужна. И цветы. А, вот, собственно, и цветы. Ну что то, что мы тут погромы на улице устраиваем, да? Все ок.
Это еще что такое? А, эта штука дамажить может. Зачем она так делает? Чем они книги хранят просто на полу? Нафига они такие? АСМР, ребята. Можно просто сидеть их слушать и ловить АСМР эффекты. Так, еще лампочки тут везде. Блин, наши книжки опять разломались. Ну да ладно. Блин, реально клевый АСМР эффект от этих постукиваний. Чего? Аж мурашки пробегают. Так, вот еще две последние лампы осталось зажечь. Сюда Гарри можно отправить. А, фига, то есть получается, Хагрид сам в курсе, что мне от него надо. Фига он молодец такой, конечно. Алло, Хагрид, я на земле. Спасибо. Да твою мать, Хагрид. Мне 11 лет, дай мне прицелиться. Спасибо. Можно я какую-нибудь синюю достану-то? Да, огонь. Ну, смотри, вот я зажал все... Синие лампы, а нам за этот герб какой-нибудь не дадут? Ничего не произошло из-за того, что мы лампы зажгли. Очень жаль. Так, вот тут какая-то штука. Ничего не сделали. Нет? Ну и ладно. С брелком в форме Гарри. О, нам теперь дали гоблина погонять. Так, хорошо, а этот замок мы можем открыть? Видимо, нет, не можем. Ладно. Thank you.
кек. Какой драндулет. Нет? А что вот с этим замком делать? Ну я нажал options, в чем проблема-то? Ну-ка. Пауза. Поменять персонажа. Ничего не понятно. Фига, мы напали на банковского служащего и Гарри. В целом, ладно. Только Хагрид это может открыть. Блин, и вот чемодан. А как он открывается? Какая-то неудобная система, у них попытки проникнуть в свой собственный сейф. Так, все мы прикатили. Так, что у нас тут происходит? Тут у нас дракон. Добавим немного осветительных приборов. Лишнего это точно не будет. Вот и, блин, еще один замок. А как его вскрыть? Сейф Гарри, интересно, или нет? Или вот это сейф Гарри? Дальше. О, нифига. Блин, вот это был похоже все-таки сейф Гарри. Блин, а нам зайти туда так и не дали. Ну и ладно. Так, пойдемте получать нашу волшебную палочку. Ты теперь волшебник? Ха-ха!
Скачи! Это у нас реплеи открываются. Перенесемся прямиком сразу в Хогвартс, где и будет твориться все наше волшебство. Это, полагаю, первое. Это у Перси укладка, конечно. Привет, Дин. Нет, не настолько. О, фига. Вингардио Левиосу мы еще не знаем. Поэтому можем просто все поломать здесь. Ничего, никакой оформленной магии мы не знаем, зато крушить можем. Пригодится. Ну давай, мы почти допрыгнули до нее, но. Оп, хорошо. Воу. Мы только что нашу печь взорвали. Могу играть за Рона в Хогвартсе. Кек, у нас есть мышь. Питер Петтигрю. Thank you.
Я так полагаю, этот цветок надо Вингарде Левиосой кастовать, а не просто чем попало. Фу, когда они выросли. Привет, Гермиона. Что за звук он издал? Гриффиндор бой? Это вот этот вот? А где Гриффиндор бой? Нету Гриффиндор боя. А Гермиона тоже у нас заклинанием не обучена? Блин, у нас шкаф одежду крадет. Я предполагаю, что это одежда, а не тела расчлененные. Это же тело... Одежда, да? Здорово. Ой, это его штаны? А чё ты спишь, скажи мне? Подъем. Гермиона, задира. Огребай. Блин, а может вот этому как-то помочь? Мы же можем ему помочь? А. Он все еще... А, это вот мы теперь им можем играть тоже. Или нет? Нет. Что за колдовство ты тут устроила? Ну вот эту лампу мы разве что пока не можем сделать. Потому что Вингарди Оливиоси нас еще не обучили. Ладно, давайте поедем дальше. Просто Гермиона Дестройер. Куда нас ведет призрак? С Пикси мы пока не справимся, да? Нужного количества магии мы весьма ограничены в своих возможностях на данный момент. Только персонаж, который владеет Парселтангом. Блин, у меня Гарри съели. А, ну Гарри еще не знает, что он обладает Парселтангом, поэтому мы пока не можем с этой змеей пообщаться. А, слушайте, а наш призрак, вот он, кстати. А нам как-нибудь можно вернуться? Как это вообще работает?
О, вот тут как будто время для Рона. Ой. Класси, здорово. Я так понимаю, монеток много не бывает. Блин, а эти монеты, я так понимаю, вообще не зачитываются. Призрачные. Тут кто-то в беде, я слышал. Нифига, как оно проросло. Где студент в беде-то? Я ж слышу его вопли несчастные. А, привет. А как мы тебе не можем помочь? Прости, пожалуйста. Нужна Вингардиум Левиоса, чтобы... Привидение нас на урок привело. Это Невилл и его напоминалка? Взяли ему дерево, сломали. Блин, так, а тут у нас прям буквально лего.
Ну, что-то я не то построил, конечно. Вот так. А это давай вот так. Во. А, тут вам даже подсказка наверху была. А что с рукой этой? Почему в этот раз она не активизировалась? Ой. А, понятно почему. Потому что рук у нее не было. Чье-то тело. А, фига. Некий рыцарь в розовом. Освободили всех троих, огонь. И заодно как раз освоили Вингардиум Левиосу. Хочет строиться. Ну блин, Гарри, а ты не хочешь там постоять спокойно, нет? Видимо, не хочет. Замок, наверное, все еще интригует. Как подачка. Чем мы все сломали? Удивительно. Гермиона дестроя. Ей, члена вредительства. Давай, может, мы собьем одного ученика другим? Нет? Извините. Вот как мне его туда доставить? А,
это книжки встали в ступеньки. Прикиньте, это ступеньки. Кто бы мог подумать? Ей. Еще такие факелы есть, получается. Хотя они вон все. Два из девяти. Три из девяти. Секретные проходы. Так, я, получается, 5 факелов сломала. Где еще 4? Подсказку, а что надо собрать. Значит, сначала синий, потом зеленый, и желтый напоследок. Ага, открыл нам дверь, куда нам и надо, но тут же был секретный проход, который привел нас еще факелом. Еще один призрак. А вот этот факел закрыт. А, последний факел мы не можем открыть, потому что там на нем замок. Ой, куда мы? Мы опять во двор пришли. Гермиона все еще дестройер. Такой неожиданный поворот сюжета. И что с этим кирпичом делать? Ну что-то красное у нас есть вот тут. Может, сюда его отнести? Подставить мистеру Поттеру. Только почему мы вантузом крушим цветы, это уже просто интересно. И других учеников.
Они издают смешные звуки. Отправимся там наконец дальше. Да я знаю, куда идти, не утруждайся. А, и он просто исчез. Где-то орёт студент в беде. Где-то его еще одна рука. Да не ты. Неожиданно. Персонаж с книгами. Может, и Гермиона? Что он мне указывает на шляпу? А, она мне показывает путь. О, как. Дождь так и будет идти. Неожиданно.
камерами, я вот так их оставил. Извините. А, это Филч? Мы напали на Филча. А, тут мы были. Так, кто студент в беде? Кто тут орёт? Что им помощь нужна? Хэллоуину приблизились. Здесь нужна Гермиона для этого. О, привет. Фига на самом деле короста какая полезная. В опасности, но рыба есть рыба. Так, а что нам дальше делать? Неожиданный поворот. А как вам заставить его работать? Интересно. Тут же явно что-то требуется. Вопрос только что. Не кастуется ничего никуда.
А, сюда ручка нужна какая-то. Это не эту штуку двигать, а ручка нужна. Интересно только, где ее взять. Эй. Он нас превратил в женщину? Неожиданно. Ничего не сделаешь ради спасения Гермионы. С ним делать. Тут еще были другие школьники. Смешно. Маг пошел. Вот эту штуку, наверное, надо поймать. Сейчас он опять ее кинет, а мы ее поймаем. Правильно? Но это не точно. Не знаю, есть ли какой-то практический смысл прыгать здесь, но в Антузе. Yeah.
О, поймал огонь. Как она кряхтит забавно. Кирилл даже не маскируется. Потому что он тут злодей. Зачем нам возвращаться в дрянь? Это интересно. Пекс. Что у нас там дальше по плану? Рождество, наверное, уже. А каких-то новых заклинаний мы не выучили. Дождь там вон так и идет. Опять к Флитвику на урок. А что, кроме него нас никто ничему не учит? А почему только мы втроем чем-то занимаемся, а все остальные просто сидят и балдеют? Есть ответы на эти вопросы? Так, оно говорит... Окей... А, не, плохо придумал, плохо. Сначала желтую надо построить, вот, ну точнее как, положить. Нет, теперь зеленую. Ну почти. Ну давай. Ну почти получилось. Во. Оп. Нифига не. А мы можем две взять сразу? Нет, не можем. Нет, серьезно, почему все остальные сидят?
Им что, учиться не обязательно? Так, осталось две, окей. Пойдемте искать. Ну, это Гарри, он куда-то. Так, окей, вот мы еще одну нашли. Да Гарри, стой-то ровно. А, и вот последняя осталась, это прям перед нами была. Откуда эти штуки вообще выросли? Гермиона урок освоила, расходимся. О, здорово. Фига, они нам одарили нас. А ну стой. Получили гриффиндорскую девчонку. Нет? Все еще что-то не нарисовали? Ботинок. А тут вон зеленый замок. Там были серые. Что это все значит? Теперь можем это сломать? Эх, видимо, нет. Гермиона опять дестроит все. Здесь у нас урок Снейпа. Зелье силы. Чья-то рука, какая-то дырявая ваза и рог. Правильно я понимаю?
ПТР. Мы немножко опережаем события. Гермиона ему наваляет в третьей части. А, да? Вот так вот. Чё это, блин, за змеюка? А, это клык змеи. Фига. Так, без зелья мы не справимся, окей. Да, нападение на учителя. Ха, а в меня он не попал. Давай, Гермиона, мы давно хотели это сделать. Оу. Он Гермиону заморозил за неподобающее поведение. Давай, Гарри, отомсти за подругу. Ха, можно использовать Гермиону как живой щит. А, нет, нельзя. Гермиона, прости, я тебя подставил. А вон вот этот вот рог. Для этого нам нужен Рон и Короста. Давай, Гермиона, ты справишься. Так, нам осталась рука скелета. Что бы это ни было, конечно. Вопрос только, а где скелет-то? Ой. Привет. А, вот и правда скелет. Ну что-то, что мы тут имущество портим, все дела. Хотя, почему я все еще задаю этот вопрос? Хе-хе. Супер си... Фига она выросла. Окей, мы освоили зелье силы. Ну алло, Гермиона, куда ты целишься? В него целишься. А мы все еще, да? Она все еще какая-то огромная, нет? Нам бы тут зелье заморозки выучить. Я полагаю, что вот тогда мы сможем пройти. А, это разбить надо стекло. Да, мы тут уже шороху навели. Злодеи! Шли вон, злодеи! Гермиона супергерой. Она его спасла, теперь она сама может над ним издеваться. Тут пикси с котлом. Mm-hmm.
О, у нас урок травологии. Раз мы идем в теплицу. Ой-ой. Ну, в целом, ладно. Вот эти дьявольские силки, небось. Это 3D очки. Ситуация выходит из-под контроля на уроке. В целом, опять же, ничего нового. Люмус Салем. Это что-то помоднее стало. Не просто люмус. А что с вами не так, ребята? А. А, она нас за что превратила в кусок льда? Да чё ты, тебе надо от меня? Ладно, там пока Гарри забавляется странными вещами. Давайте пока разнесем яйцо. Почему бы, собственно, и да. О, я понял, а вот здесь нужен люмос. Или нет? Или не нужен? А нужен ли нам так сильно Рон? Ой-ой. Прости, Гарри. Так надо. Не, ну я правда что-то пока не догоняю, а что они от меня хотят?
Я вроде уже все пробовал, нет? Возможно, я не очень умный. Ну я рад, что вы мне говорите, что я могу целиться. Вот во что целиться-то? Помимо профессора. Блин, реально не догоняю. Ну ничего. Ой. Прости, Гермиона. Что за доски такие тут? Откуда они нарисовались? Это что еще такое? Что это, супермоднявая телега? О, фига мы классные. Ура, Ром спасен. И мы изучили Люмус Солем. Мы теперь можем благополучно глушить все вот эти дьявольские силки. Давайте выбираться отсюда. А вот эта штука с нами не дерется, а просто какой-то позитивный кактус. О, у нас тут что, полеты на металле? Я летаю. А как опуститься? Нет, я не это имел в виду. Так, один раз мы в нее попали. Теперь что, дьявольские силки? Hmm.
Братья Уизли. А, им тоже туда надо было? Спасибо, спасибо. Что вот это вот за зеленое свечение такое? В целом, ладно. Только зачем мы варим это зелье? Да для чего? Скорее всего, нужна сила, чтобы потянуть рычаг, а этот шар пробьет эту дыру. Окей. Нам осталось еще два ингредиента. Где нам такой... Что там делал голубь? Или это чайка, или ворона с человеческими останками? Нам... Ну давай, хватит, молодец. Опа, здорово. Ау, а может это цветочек? Хотя нечеловеческие кости тоже в этих кустах держат, так что не факт. А эти двое там так и останутся? Типа такой классный Гарри уехал, а друзья, типа... Друзья не обязательно? Ага, мы сможем использовать золотые эти... Господи, котлы, когда мы научимся делать оборотное зелье. Оборотное зелье нас ждет только на втором курсе. Я не уверен, что я хочу знать, что это такое. Что за мемориал? Много мусора. Мы можем или не можем.
метла, все. Это морков. Кто бы мог подумать. Сейчас бы прыгать на репе. Определенно это того стоит. Ха! Мы победили их. Потому что Гарри... Ты великий волшебник. А тут явно какое-то животное надо. А когда у нас животные появятся, в курсе на третьем? У нас сейчас будет матч со Слизерином. Получили Падму. Это классно. Где еще один гриффиндорский, интересно. Очень неожиданно это сейчас произошло. Где еще один гриффиндорский? Кто мне объяснит? Это Мандрагора? Что мы делаем, если сегодня спросить? Мы только что подожгли лавку чужую. Гарри Дестройер. Это, по идее, такими вещами у нас Гермиона занимается. Парень из Когти Врага. Ладно, как скажете. Так, по идее, вот эта лавка должна меня поднять наверх. Это мои друзья-идиоты даже догадались до этого. Гриффиндорский флаг мы так и не нашли тем временем. У нас Тьюдант в беде. Смешно. Ну, а я нет.
А чё, я не могу так туда запрыгнуть? А, не, могу. Ну, давай, Гарри, ты сможешь. Ты великий волшебник, Гарри, да... Да, твою мать, прыгай! Молодца. Вопрос только, где все еще гриффиндорский флаг? Нету гриффиндорского флага? Да, завалитесь! Так, тут сейчас Мандрагора на нас орать будет. Нету гриффиндорского флага. Ну и ладно. Ого, в этот раз нам даже дадут... А, кстати, гриффиндорский флаг. А, это не тот гриффиндорский флаг. Ну и ладно, не больно и хотелось. Вау. Ой. Я полагаю, на... А, нам на метлу надо. Боже, Гермиона, как ты плохо летаешь, капец. Тут где-то студент в беде, я слышу. Мы даже такого эффекта должны были добиться. Возможно, нет. Но... Что сделано, то сделано. Итак, Гермиона. Так, ну вон там нам подсказку даже вывесили. Что с этим всем делать? Это надо убрать. Да чтоб тебя. А, я понял, в чем проблема. Ты
Так. Теперь вот так. Почти. Еще чуть-чуть. Ну давай ты, боже. Ну, пойдет. Не пойдет. Отдай. А куда он? Давай, мы почти достроили эту лажу. Пойдет. Не то чтобы шибко устойчиво, но работает. Это вот у нее проблемы? О, Гермиона. Ты решила тут почитать? Обычно. А, чтобы ей помочь, нам надо пройти туда. Для этого нам надо научиться ломать вот эти вот железные прутья. Плохой слизеринец нас покинул. Будем называть это так. Так, давайте теперь вот эту штуку поставить. Подозреваю, что это должно быть. О, да. Ну давай, почти получилось. Ну давай. Ну еще одно. Надо сильно, нет. Пойдет. Нет, не пойдет, она туда не влезет. Еще рон двиг. Эк, вот так, ладно. Читаем, влезла. Фигня нас взяла и скинула. Ладно. Сложного. А, тут надо ступени повесить. И еще повесим. У, платформер. Ненавижу платформера.
Так полгода уже куда-то идем, а мы дойдем вообще, или куда шли-то? Там Гарри уже 10 раз бы помер. Пока мы сюда столько времени шли. Ой. Немножко членовредительства опять. Какая прелесть. Что ж, а на этом наша серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.